Ну что, согрелись? Пойдем теперь погуляем, а? Ну, погнали! Пошли! Во, вот это другой настрой. Выходим, короче, и пойдем. Это что такое? Обалдеть. Что это такое? Ничего себе. Это что тут за какие-то пентаграммы? Надо, блин. Да ломай все! Обалдеть, крафт! У нас тут есть лава где-нибудь? Лава? Я сейчас сгорю эту фигню. Это... Капец, ребята! Это демон Дрильмен Титан! Нифига себе! Ты звал сюда этот крафт? Стой! Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Я не знаю. Может быть, вот этот круг вот этот был со свечками, связанный как-то с этими. Нубик, там все в порядке, ты где? Жёг эту фигню, иду от кузнеца к вам. Давай быстрее. Давай, возвращайся. Надеюсь, он не пропадет, потому что круг вы убрали. Обалдеть, это вообще, это... Не пропадет. Мы когда-то уже крафтили Дрильмена Титана, но демона Дрильмена Титана мы еще не делали. Вот это да. Он очень круто выглядит, между прочим. Ну да, крутой. Слушайте, давайте его скрафтим, а? Давай! Ты уверен? А если он тут нам сейчас всю деревню, блин, с этого... Да ладно тебе, ну чё он нам все тут... Мы его в карьере поставим в нашем. О, давай. Да, хорошая идея. Будет работать нам на пользу. Кстати, да, можно его железо заставить добывать. Ну, если получится заставить. Слушайте, ну это вот я очень прям хочу скрафтить этого демона Дрильмена Титана. Для него надо, короче, три вот таких вот головки бура, я не знаю, что это такое. Ну, по идее, они, да? На крафте, тут еще на картинке видно, как бы, что у него тоже есть вот эти вот буры. Дальше нужен красный костюм и нужны еще две какие-то вот такие вот микросхемы, я не знаю. Ну, может быть, они дают ему какие-то способности, я наверное. Не видела. Ну да, я, кстати, тоже не припомню. Да и я не видел. Помните, я не видел вот эти вот головки буров у кузнеца получали. Пошли к кузнецу и узнаем сейчас, сможет он нам сделать еще или нет. Если да, то это отлично. Мы тогда сможем, получается, очень-очень легко все это раздобыть. Ну, я надеюсь, что он еще делает. Так, кузнец, у тебя тут что, очередь или что? Мы к тебе. У нас... я уже вижу, у него есть... Я так понимаю, возможно сделать вот эти вот головки буров, да? Да, возможно. Вам нужны железная руда. О, хорошо. 100 железной руды, ребят, нам надо накопать. Да, 100 железной руды. Погнали в шахту, быстрее. Пойдемте. А то тут конкуренты какие-то уже стоят. Пошли, надо, короче... Чтобы не забрали. Надо, короче, все это дело успевать быстренько выкапывать. И все. Оп, отлично, я уже внизу. Оп, сюда спускаемся. Давайте, спускайтесь быстрее. Разбился. Давайте. Да, идем в нашу железную шахту. Берем сейчас, короче, еще вот эти вот штуки. И идем, значит, там еще были эти. Как их? Как называлось? Ну, вот это перчатки? Вот. Перчатки? Да, перчатки были вот здесь вот. Во, кажется, я нашел. Давай. Я без перчаток буду. Я с перчаткой. А мне не хватило. Ну, зато там молот возьми, фиалка, там молот есть. Так, давайте добываем. Давайте, ребята. Оп, быстренько вот так вот добываем здесь железо. 100 железных вот таких вот блоков руд. Это прям так, довольно много, я бы сказал. Да, многовато будет. Сколько но ты накопал? Нам... Я уже 20-30 докопал. А сколько нам надо? 100. Слушайте, если мы сейчас получим вот эти головки вот этих дрелей буров, то у меня 50. А кого сколько? Скидывайте. Вполне. Давайте, закидывайте. Нифига, вы в разные стороны раскидались. Так, 123 у меня. А значит, что? Я беру вот так вот 23 отлистываю. Опа. Оп. Все, Нубик, держи. Это тебе. Оп, давай. Можешь забрать. Может быть... 17 еще откуда-то появилось. Еще? Не знаю, это я не бросал. Скинула. Так, я понял. Это 17 еще поднял. Забирайте. Все, нормально, у нас мы есть. 40 так. Лишних накопали даже. Кладу назад можно вот эту перчатку. А я прям тут и переплавлю. Да. Вот тут, кстати, тоже лава еще была. Можно было скинуть и сюда. А зачем в лаву? Зачем продать можно? Я булыжник выкинул. А. В
Я говорил про то, что свечки можно было выкинуть у тебя. Вот ту штуку. Все, вылазим. Погнали. Возвращаемся сейчас к кузнецу. Меняем на вот ту сталь, или что там у него было такое. Стальные слитки. И делаем стальные вот эти вот головки буров. И у нас будут уже первые части для крафта этого демона Дрильмена. Я уже прям очень сильно хочу его скрафтить поскорее. Я хочу сказать, что я рада, что с этим крафтом мы не будем идти к ученым и выполнять их дебильные задания. Ну это да, они уже всем надоели. Так, кузнец, мы вернулись. Я беру у него сталь. Беру у него два вот таких вот и один вот такой вот бур. Все, отлично. У нас это есть. Теперь нам нужно, короче, броню и вот те какие-то микросхемы. У нас на рынке все было, кстати. И микросхемы на рынке продавались, и броня тоже. Сейчас деньги возьмем. Главное, чтобы без приключений, потому что последний раз мы там ездили, были всякие там дорожные инциденты, так скажем. Подождите, подождите. Возьму, короче, знаете сколько денег? Давай, сколько? 666. Демон! Демон Дрильмен Титан. Я не берет такое количество денег. Нифига, это что у нас точно так кидает. Опа, значит... Что-то с машиной, блин, не то. Надо, может, ее в сервис отвезти, пускай посмотрят. Да. Масло поменяют, ходовую барахлит переберут. Да какой барахлит? Вроде не дымит ничего. Да, едет вроде нормально. Ладно, ладно, все вроде нормально. Короче, у нас 666 денег, и мы крафтим сегодня демона Дрильмена Титана. Обалдеть. Поломался, ребята. Так он, может, не припарковался тогда прошлый раз? Полиция, кстати, реально. Так, а где? Случилось? А где полицейские сами? Не у них знаю, багажник, наверное, что тут лежит у них? Нет, тут ничего нет. Лучше не лезьте к ним. Ладно, слушайте, я погнали уже отсюда, а лучше как бы тут рядом не стоять. Значит, еще броня, где броня? Броня у нас там продавалась. Сейчас мы возьмем броню и поедем назад. Отличненько. Ну да, так, просто отсюда. Опа. Так. Я беру, значит, раз и два. У него есть как раз вот здесь в магазине в продаже такая красная броня, вроде бы это она. У него тут еще какие-то пластины. Спасибо, есть житель, пластины. Ага, вижу. Кевларовая пластина, титановая, еще одна титановая и какая-то усиленная броневая пластина. Может, это нам понадобится когда-нибудь. Ну, это да. Может быть, действительно. Слушайте, нам не хватает микросхем. Пошли посмотрим вот здесь. Микросхем? Давай. Сейчас узнаем, есть тут что-то в продаже. Там была какая-то красная такая с какими-то выступами. Туда и сюда вроде бы. Но здесь давай ничего посмотрим похожего нету. Житель, здорово. Есть у тебя какая-нибудь красная микросхемка? Привет, так. Есть красная микросхема. Но это этот... Он меняет память. Да, у него память тут есть. Он, короче, с компьютера может достать, типа. Блин, это не то. Больше слушайте ничего такого у меня нет. Ладно, житель, спасибо. Нам как ладно, бы ничего там не надо. То, что нам нужно, пока. Пошли, пошли, пошли в машину, садимся и возвращаемся домой. Сейчас что-нибудь придумаем. Нам нужно к, значит, крафту, чтобы посмотреть еще раз на эти микросхемы. Может, мы сами придумаем, как их скрафтить, а? Может, или, может да, быть, давай, где их заказать? Или реально, что ли, к ученым придется идти? Да ну я нет, надеюсь, что да нет, если у нас хочу получится. Блин, прикиньте, если придется к ученым идти. Нет, я к ним это не пойду. Плохо, я тоже не хочу идти. А что, я один тогда пойду, что ли? Я с тобой да пойду, мне кинет, все равно. Ты что? Ну вот, просто вот не так хочется. Другое дело. Ладно, слушайте, значит, если придется все-таки к ученым идти, я надеюсь, не будет какого-то ультрасложного задания. Потому что... За... О, я кстати! Надеюсь, кстати, кстати. В военном бункере в этом заброшенном тоже были какие-то микросхемы. Не было там таких, это я точно помню. Ты помнишь, да? Да. Или сходим проверим все-таки. Ну... Здесь ну, вот смотрите, не прям уверен красная с какой-то, я не знаю, что это. Как в Тетрисе какой-то блок такой. Ага. Ну да. Пошли, ну, короче, в бункер сходим. Ну, уверен, проверим. Да, давай сходим, я не уверен, поэтому пошли. Погнали! Проверь. Убедиться не помешает. Как бы особо много времени мы на это не потратим, но, возможно, ну да, но... это нам поможет. Так, да, собираемся сюда. Галка, давай запрыгивай. Быстренько, быстренько, быстренько поднимаемся наверх. Открываем, значит, этот люк. Оп, кирочкой поддеваем. Все хорошо. Отлично. Здесь даже снег до сих пор не растаял, прикиньте. Ну, он же, блин, там полетели. Оп, сюда. Все, отлично. Я уже почти внизу. Я так, почти тоже. На зеленую, я помню, открываем. Оп.
Нам нужно теперь все просмотреть, понятно? Да, хотя, да. По-моему, я помню, в конце справа что-то было вот здесь из микросхем. Так, ну пошли смотреть. Микросхемы. Нет, ты уже нашел, что ли? Ай-яй-яй. Да я пытаюсь, но здесь пока похожего ничего нету. Блин, это все не то, ребят. Нет, это все не то. Ну ладно, как бы мы убедились, что здесь... Ну здесь лежат микросхемы, стоит про это помнить. Ну, так, да. ну-ка. Не, я еще раз все пересмотрел, тут ну, ничего ладно. Нету, тут ничего, жалко, ничего. Что их здесь нет. Здесь есть томатный суп консервированный. Если вы хотите, то можете взять. О, и еще есть. Оделся? Так, ну, ну-ка. Какие-то банки другие. Нифига ты! Ложи не, на ну, место, это не твое. Да, все просмотрели. Короче, вылазим сейчас отсюда. С той стороны смотрел. Так, кто-то тут точит, а кто-то коробки осматривает, да? Ну да, я вас жду. Понятно, ладно, идем. Понятно все с тобой. Полезли отсюда. Значит, что? О, придумал. У нас же есть житель, который, блин, в этом, в церкви живет, электроник. Давайте у него спросим. Он такой противный. Давай. Да ладно. Он уже ученых будет. Ну, не знаю. По-моему, мы с ним так особо не конфликтовали. Ну, кстати, да. Камеры у него только воровали, и все. Он на нас с этих камер пялил. Так, это сюда. Так мы их воруем. Я думаю, все по-честному. Ну, да. Типа да. Пошли узнаем у него, знает он что-нибудь про красную микросхему эту или не знает. Если знает, то, блин, это просто джекпот, я считаю. Ну, да. Если действительно получится ее получить... Это не то, что круто, это будет офигительно. Так, здорово, житель. Привет. Нам, короче, нужна красная микросхема с темно-красной какой-то фигуркой, как в Тетрисе, в центре. Ты сможешь такое скрафтить, а? Да, у меня такое есть, только я ее могу сделать с двух других микросхем. Обалдеть, серьезно? У него есть? Я да, вижу ну, вот здесь. Офигеть. Нужна, короче, какая-то электронная плата и нужна еще какого-то второго уровня какая-то, я не знаю, конденсатор или процессор какой-то. Слушай, где его взять? По-моему, я на рынке такое видел, кажется. Слушай, я тоже. Вот этот процессор, я точно видел его на рынке. Вверху он там был. Вот вроде да, вроде да. Да, в машину, быстрее. Вспомнил, погнали. Давай, блин, опять на рынок ехать, ну ё-моё. Ничего себе. День поездок. Да, это точно. Путешествие. Ах, ты чуть не задавил. Да кого не задавил, все нормально. Погнали. Нормально все. Нубик у нас опытный, все переживет. Да. Едем на рынок и прямо сейчас, короче, залетаем просто с двух ног в магазин электроники вот тех схем. Хорошо. Сейчас будем выискивать, значит, все то, что нам надо. Да. Нам нужна, короче, какая-то электронная плата и какого-то второго уровня процессор какой-то. Ага. Вот. Интересно, сейчас блин. Сейчас весь рынок перешерстим. Показалось нам или нет, как думаешь, Нубик? Оп. Не знаю. Сюда заходим. Вот так вот. Оп, так. Сюда. Вот так вот делаем. И чё вот так сразу. Ты тут паркуешься? Ты так дерзко ездишь? Тихо, ё-моё, спокойно. Да Бай, нормально все. Ладно, нормально, мы сейчас обратно поедем. Я еще тот гонщик. Быстрее, давайте за мной. Так, оп, оп, оп. Перелазим, перепрыгиваем. Давай, и залетаем давай, сюда. Так, быстрее. Вот здесь. Во, вот она. Вот это оно. Вот, да, оно. Вот это оно. Сбирай. Так, житель, ага. нам нужен тут процессор. Пожалуйста, продай его нам. Где вот, тут? Продается, покупайте. 75, вижу. И схема электрическая у него и есть. Схема за 50. Шик. Очень. А, подожди, нам по 2 надо, да? Так, я беру. А, ну да, по 2. Да. Все получается, я купил. Отлично, погнали. Погнали быстрее. Ребята, а сколько денег осталось у нас? 160. Ты хочешь поесть что-то купить или что? У меня есть печенье. А здесь... Лучше печенье. Здесь мы можем купить, знаете что? А я бы не отказался. Бургер, сэндвич, хот-дог, мороженое бургер. Или тако? О, а я бы сэндвич. Хот-дог. А так. Я хочу, наверное, хот-дог. Бургер. Кто там что хочет еще? Хот-дог, бургер. Так, Фиалка, ты что хочешь? Хот-дог. А Нубик, а ты? Сэндвич. Сэндвич? Давай, окей, все. Это тебе, так, держи, тебе хот-дог, тебе бургер. А тебе сэндвич такой класс, вот куриный. Спасибо. Так, а я себе возьму тако. Поехали. Красота. Куда? Сюда. Все, у нас еще 141 деньга остается. Все замечательно. Быстренько ну, сейчас. Погнали. Слушай, у нас сейчас мы обмениваемся, значит, с этим жителем. Он нам крафтит, значит, эти красные микросхемы. И у нас все есть. Прикиньте. Да, ой, отлично. Нифига себе, кто еще дерзко водит. Все понятно. Ты будешь сам подвеску менять, понял? Ничего страшного. Кстати, да. Я поеду никуда, я на такси.
Деньги на ремонт есть у тебя, Нубик, а? Есть у меня деньги на ремонт. Есть. Ремонт не понадобится. Тогда точно дерзкий, все понятно. Так, быстренько доезжаем. Паркуемся. Я прям вот так вот выпрыгну вот здесь. Оп, выходим, заходим сюда. Житель, мы вернулись, достали все необходимое. Давай, пожалуйста, давай нам вот эту одну пластинку. Вернее, не пластинку, а плату. И вторую плату. Все, ребята, у нас все есть. Ура! Отлично, погнали. Погнали, житель, погнали. Спасибо. Так, а где домой. Мы его будем ставить еще раз? В карьере поставим, давайте. Окей, давай. Мы скрафтим его дома. Ну, понятное так. Дело, все, я раскладываю, значит, все ресурсики сюда. Значит, поехали. Кладу бур. Сверху кладу два по бокам, броню, штаны и две микросхемы. Ох ты, ничего себе! Действительно получилось! Ага, он гигантский. Он огромный, погнали, я уже хочу посмотреть. Он просто, я не знаю, это великан. Так. Ребята, вы готовы убегать? Я не знаю, поместится он сюда или нет. Нужно ли нам будет убегать? Сейчас поставим. Я думаю, что нужно будет. Аккуратненько, о, смотрите, спускаемся. Летает, да. Ну так, да, я опа. Летаю. Ставим вот здесь прям или как? Давай, да мы туда собирались ставить. Да он туда точно не вместится. Туда, да давай здесь. Он настолько большой. На! О, здоровенный какой. Он уже левой рукой забурился в стену, смотрите. Да, смотрите, он приключенным. Обалдеть. Копаться. Нифига да, себе! Надо, чтобы задание меньше давали. Короче, демон Дрильмен Титан, вот там вот за земляной вот этой стеной железная шахта. Твоя задача копать железо там до конца своих дней, понятно? Да, и надеюсь, не только железо, может, надеюсь, он понял меня. Копать, что мы скажем. Обалдеть! И так далее. Вот чего это у него броня. Что у него такое? Я тоже нет. Хочу такую броню. Броня супер да, броня крутая. Крутая. Офигеть, не, ну это, конечно, ху-ху. Ладно, он на нас не напал, и это очень-очень да, хорошо. Это здорово. У нас получилось, короче, скрафтить вот такого гигантского демона Дрильмена Титана, а ведь мы просто хотели пойти на прогулку, прогуляться, значит, и как-то провести время. Но в итоге вот наше время проведенное выросло вот в такое вот чудо сзади нас. Если вам понравилось это видео, друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы и не забывайте активировать колокольчик. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот, фиалка, нубик, тюбик и демон Дрильмен Титан. Всем спасибо, что смотрели, всем пока, друзья! Пока, ребята! Пока-пока! Пока, друзья!